Приветствуем вас, дорогие телезрители, в нашем новом выпуске рубрики «Автопанорамы. Контраварийное вождение на диване». И его ведущие мы, Андрей Погодский и Мария Васильевна. Ну, наконец-таки стало тепло. А это значит, на дороге потянулись наши двухколесные друзья. Но, к сожалению, не все мотоциклисты одинаковы наши друзья. Есть и такие, которые злостно нарушают правила дорожного движения, особенно скоростной режим. В большинстве своем мотоциклисты, особенно в городе Минске, они, как правило, более опытные водители, чем автомобилисты. Ну, по той же статистике, крайне редко они совершенно самостоятельно врезаются. В чем проблема ДТП? Обычно водители автомобилей не могут адекватно оценить скорость, а особенно возможности ускорения наших двухколесных собратьев. Потому что, в отличие от тяжелых автомобилей, мотоциклы разгоняются очень и очень быстро. Что же делать? Во-первых, не пытайтесь быть бесконечно все время правым на дороге. Если кто-то ошибается, нарушает, хорошо, пусть он попадет в аварию где-нибудь в другом месте. Обязательно смотрите дважды по зеркалам. Именно два взгляда помогут вам точнее оценить динамику мотоцикла. Плюс еще наша психика, она не рассчитана воспринимать угрозу от маленького мотоцикла как реальную опасность. Но на самом деле маленький мотоцикл, который очень сильно разогнался, он по опасности становится как пуля и действительно способен принести немалый ущерб. Ни в коем случае не пытайтесь проскакивать перед мотоциклами, особенно при повороте налево. Это очень частая причина аварий с участием автомобилей и мотоциклов. Каким образом мы можем снизить аварийность в мотосезон? В первую очередь, очень хотелось бы, чтобы все маневры как автомобилистов, так и мотоциклистов были бы предсказуемы. Таким образом, мы спасем и себя, и своих близких от каких-то неприятных вещей и каких-то неприятных последствий. Чем более предсказуемый маневр вашего автомобиля либо мотоцикла, тем безопаснее становится ваша езда. Будьте внимательны, берегите себя, берегите своих близких. Будем надеяться, что у нас все будет хорошо. В мотосезон особенно важным становится контролировать зеркала при поворотах и перестроениях, даже если вы едете по самой крайней полосе. Потому что некоторые недисциплинированные мотоциклисты могут пытаться ехать между вами и отбойником. Поэтому обязательно вашу хорошую привычку всегда при поворотах и перестроениях смотреть по зеркалам в ту сторону, в которую вы поворачиваете, в мотосезон это особенно жизненно важно становится.